Всем здравствуйте, меня зовут Азиз. Я из города Астана, Казахстан. Сегодня 8 июля 2017 года. Я вам хочу рассказать о нашей семейной проблеме. Она связана с аутизмом. Нашему сыну сейчас 5 лет, его зовут Ахан. И хочу рассказать о Давиде, о человеке, который помогает нам с этим. Связались мы с ним около месяца назад. 2 года до этого мы пытались разными способами решать эту проблему. То есть водили по центрам Ахана, по бабкам, по детским садам. Никаких серьезных, ну и дома, естественно, занимались. Никаких существенных изменений не наблюдается. Словарный запас у него увеличился, но не сильно. Сейчас он, кстати, после сеансов с Давидом, у него появились какие-то словосочетания. Не забегая вперед, хочу сказать вам, как мы связались с ним. Мы посмотрели похожий видеоролик в Ютубе, то есть серию видеороликов и отзывов. Нам стало интересно, мы сначала не верили, как можно за 1 год решить такую серьезную проблему. Вот. Решили связаться с ним, мы написали ему список наших проблем. То есть не только Хана проблема, а наши с Лизой, супругой. Вот. Связались с ним практически сразу по скайпу. Провели первый сеанс, во время которого у моей супруги, по ее словам, у нее ей стало тяжело дышать, но после сеанса она почувствовала серьезное облегчение. То есть я не знаю, как это объяснить. Вот. Я вам не могу сказать сейчас, какие изменения были после первого, второго и третьего сеанса, но в общем расскажу, какие изменения наблюдаются сейчас у Ахана. Он стал более усидчивый, он проявляет интерес ко всему. То есть у него появились новые игры, стал послушным. Внимательно слушает, о чем мы ему говорим. Даже сам просит нас поиграть в ту или иную игру, то есть научить его, он сам просит об этом. Он стал, кстати, засыпать рано. Раньше у нас проблема такая, раньше 2 он не ложился спать, ну часу ночи, раньше 2-3 даже. Невозможно было усыпить его. Сейчас же он ложится 10 в 11, ну максимум 12 часов ночи. Какие-то привычки у него пропали, привязанность к каким-то предметам, то есть к шарикам, к палочкам различным. Глаза не косит, сейчас у него глазной контакт появился, он сейчас людям в глаза смотрит. Я заметил сейчас, когда с ним разговариваешь, он в глаза смотрит и внимательно слушает, как взрослый человек. Самое главное, что я хочу отметить, надо самое главное вытащить человека из его аутиста, ребенка, с его внутреннего мира, в котором он находится. Они как за стеклом, они не понимают вообще, что происходит, как инопланетяне. Самое главное его вытащить оттуда. В этом вам поможет Давид. То есть мы безмерно благодарны ему. Я не могу объяснить, как он работает. Он ответил просто, когда ему задали этот вопрос, он ответил просто: я работаю с удовольствием. Для нас это, для меня лично, я сделал какие-то выводы для себя. То есть человек просто делает. Кстати, насчет меня, на себе что я испытал? У меня перестали болеть ноги. То есть я озвучил ему эту проблему, у меня перестали они болеть. Не сразу я, кстати, заметил бы это. Со временем я заметил это, я как бы не ждал даже, просто заметил. Сейчас я вообще легко себя чувствую, у меня просто работа такая стоячая, на ногах целый день. Вот. Свяжитесь обязательно с Давидом, начните себя, перестаньте себя винить во всем. Я понимаю, это тяжело, но надо бороться с этим. Спасибо Давиду большое за это, что он помогает людям. Всем пока. Будем снимать еще видео.
как появятся еще какие-то изменения.